Так я как задавал вопрос. Значит, я уже рассказал его вкратце. То есть вчера он как бы обещал приехать и пояснить мне, за что меня наложили эпитимию до полгода. И так он не приехал. Вот. И я не знаю, что теперь, тормошить, что ли, его. Типа, у меня есть бумажка, которая пришла с епархии, он говорит, ну это для моего личного пользования. Я говорю, ну мне-то прочитать-то можно. Зачем меня наказывают, там, допустим, лишают этого святого причастия? Ну, вот такие вещи. Я вот такой вопрос у меня. Что делать мне? Не знаю. Не знаю. Надо, они должны объяснить, как так. Так не объяснение должно быть. Так не бывает. Он должен показать, какой канон он взял, а не просто так. Ну, вот прячется. Такое чувство, как будто вот шаловливый кот что-то наделал. Ну, не знаю, не знаю. Никак. Тут надо, чтобы он сказал, что он обижен-то, что-то неправду говорил. Да что неправда? Все правда. Ну, а раз правда, значит, он должен тебе эту премию выписать. Ясно. Что-то... В общем, в принципе, настаивать, чтобы он мне все-таки... Ну, ладно, дальше будет видно, что будет видно-то. Он тебя спасает от погибели. Отошел. Спасибо.